motherfucker. Фотосенсивити ворнинг. Я, короче, буду благородный, пожилой, опытный мазафакер. Шаблонный зал удерживает компакт на растение, нашла связь. Он просто чередование, удержание отношений. Ну, давай вот эту я возьму. Короче, там что-то пошло не так. Это я уже понял. Ух ты, нихера, смотри. Я в упор кого-то что-то. Короче, правую кнопку зажимаешь, ультрафиолет получается. Прикинь? Давай. Боженьки мои, ну-ка, пошли. Прикинь, у тебя фонарик в ладошку воткнут. Ты био-женщина? Что ты? What the fuck? Смотри, тут, короче, казень какая-то. Слушай, тут замок, я вот... А, тут можно перепрыгнуть, смотри. Было просто собрать кост для ритуала призыва. А хорошо, что у меня было... А как ты перепрыгнул? На бочку. Много проклятого сена, я начинаю размышлять о том, что хорошее ли было что-то людьми. Чувствую себя, кожа горит, на нейтральное всегда говорит. Что-то, короче, очень странное письмо, мысль так и не уловить. Дома есть что? Короче, дверь что-то вообще не открывает. Может, как-то надо тут туда что-то обо что-то? Может быть, ключ найти? Пойдем погуляем. Тут какие-то козы. Коз надо, походу, выпустить. Пойдем тогда вовнутрь, наверное, да? Что? Тоже закрыто? Закрыто. Вон туда. Вот эту дверь ты дергал? Какую? Вот эту дверь. Да, там вроде тоже закрыто. Может быть, нам где-то... типа нужно все исследовать сначала, но снаружи. Мы же типа эти... экстрасенсы. Хочешь прикол? Там в доме кто-то был. Это хорошо, пусть откроет нам. Смотри, тут алтарь какой-то. Так, тут какие-то ключ. Черепа. Ты нашел? Я поднял какой-то ключ на... А фу, тут еще надпись есть. Смотрите, почти настало время вести косы. Это как Данила Козловский. Жертву я должна сделать, если бы я еще как-то может разговаривать уже. Жалко козочек. Козочек жалко. А что там в итоге-то по итогу? Надо принести коз в жертву было. Ух ты, все красное на втором этаже. А где это я? В библиотеке. А мы ж тут не были. Она, прикинь, она, наверное, вот время пробила. У нее начались какие-то циклы. Сначала она была такая, типа, вменяемая. Сейчас она невменяемая. Да, полки проверяем, мы что-то здесь должны взять, чтобы потом куда-то что-то. Еще какие ключи у нас есть? У меня библиотека и подвал. Главную ванную мы должны найти. Мы не нашли главную ванную. Сейчас найдем, пройдемся найти. Ты, короче, все ключи хапанул. У тебя стопудово больше двух. Ты готов с бабкой увидеться? Братан, беги, она сюда бежит. Over here. Беги вниз, вниз. Что вообще тут происходит? Короче, тетка разозлилась на нас. А ты где? Я здесь. Короче, пойдем найдем эту вторую комнату. Ой, она бежит, она за мной бежит! Ты где? Меня схавала, братан! Она что, тебя понесла, что ли, за собой? Да, куда она тебя несет? Чувак, это пи***да, как страшно! Куда она тебя несет? Я не знаю, она меня куда-то бросила. Туха! А, я вижу тебя. Братан, это стрёмно, погоди, я иду к тебе. Сейчас, погоди, я аптечку найду. Я вижу аптечки. Где? Направляй меня. Бля, ты такой не командный. Вот туда, иди вот туда. Прямо куда-то. Наверное, на первом этаже. Наверное, на первом этаже, да. Они все на первом этаже, понял? Аве, бро, спасибо. Какая она мразь, чувак. Да, нам надо главную найти эту. Не попадайся ей. На втором этаже ищи каждую комнату вместе, окей? Вместе, в каждую. А где ты? Да ты рядом со мной же ходишь, как ты? Ты куда да, смотришь? Да, я тут, бро, я тут. Вот. Пошли. И куда ты пошел? Убегай, Коль. Вот смотри, чувак, она тебя еще не ловила. Окей, у нее есть все шансы, но опять же, нам нужно... Зачем ультрафиолет вот этот? В нее светить, чтобы ее... Там же я... Блин. Ты же записки читаешь, там по-русски было сказано. Они боятся света. Ультрафиолетового? Вампиры боятся ультрафиолетового света? Ну, она ж не вампир вроде бы. Ну, а вампир это ж демон, да? Она тута, она тута. Сука!
Я ухожу. Спасибо большое. Всем до свидания. Все свободны. Блин, братан, нам, понимаешь, нам мы обязаны зайти в эту саную комнату. Пойдем ее, пожалуйста, найдем. Мы же были в ней. Ну, наверное, да. Да я не наверное, а мы были. Она на втором этаже. Нам просто ее нужно найти по-братски. У тебя просто... Ты просто... Я бы уже прошел бы все, но ты нахапал эти ключи, понимаешь? Без тебя я не могу ни одну саную дверь открыть. На, я тебе их верну. Хочешь? О, брат, давай. Здрасте, здрасте. Давай мы уйдем. Давай мы уйдем. До свидания. Ну тебя нахер, нахер. Вот это главная ванная. Ванная, да? Комната. Главная ванная комната. Окей. Что еще за ключи у тебя есть? Перечисли мне. Блин. Клетка на чердаке, читальный зал, кухня. Читальный зал. Главная ванная, столовая, клетка на улице. А мы на улице вып... Так, читальный зал, еще что? Читальный зал, клетка... Ты дурак! По-братски. Так, ты в курсе, что нам нужно выйти отсюда? И единственный путь это через меня. Так, я пробежал. Остановись-то, бэби. Сука, она меня сейчас хватанет. Сука, она тут. Выходи, выходи. Так, подожди. Пойдем на первый этаж. Нам нужно найти теперь читальный зал. Что делать нужно с бензином? А ты на улице где? А что нужно делать с бензином? Вот у меня есть сено, смотри. Может быть, надо туда куда-то отнести? Ох ты, смотри, пентаграмма появилась. Удержите и щелкните правой кнопкой, чтобы сжечь ультрафиолетом демона. Офигеть, слышишь, демон появился. Да, спасибо, это очень классно. А ты где? Я возле этой. Я тут, где костер. Я пытаюсь понять, что надо сделать. А, я тебя нашел. Может быть, что-то куда-то залить надо? Вот и я думаю, может быть, залить что-то надо и... Как ты это делал? Что ты тут сделал? Налил сюда бензин. А сено кинь туда? Нет, не кидается. Может быть, каждую чашку нужно поджечь? Давай каждую чашку поджигать. Пойдем. Вот видишь, мы умные, мы умнеем прям с каждым часом. Слушай, а может быть, сено нужно, чтобы прикормить козу? Жрет. О. Я взял козу, да. Прикинь, я взял козу. Отлично. Круто. Во что мы играем? Я сжег козу. Брат, мне кажется, это твоя подружка пришла. Знаешь, это вообще твоя подруга, если что, да? Она моя. Потому что у тебя с ней был на пару нормальный контакт. Слушай, ну я так думаю, костер еще горит, нормально. Да, да, он будет гореть, пока мы не ебнем одну козу. Вот вторая коза, где? Вот второе сено. Ну вот смотри, вот коза, ТП. Вот сено. Я куда-то тут, а где выход? А ни хера. А, блядь, Илюша, блядь. Свети на нее, пожалуйста, братан, свети на нее, я тебя умоляю. У тебя дуру такую. Пробегай сюда, налево, налево, быстрее. Проходи, проходи, проходи. За собой двери закрывай. Побежали наверх. Да сейчас меня тут какой-то хотел сожрать. Вот коза. Вот еще один, да, демон. Пойдем на чердак возьмем сено. А где лестница-то? А, вот посередине.